Ну что могу сказать? У меня сегодня свадьба, самое торжественное, наверное, число в году, когда я радуюсь очень сильно. И в моей радости меня не подвел и очень сильно помог повар Андрей. Мне очень понравилось, как он нам накрыл стол. На самом деле были блюда изысканные, очень вкусные салаты. Ну, просто вот, ребята, вот я рекламку маленькую делаю, скажу, на будущее. Но это было вот просто, знаете, за копейки и вкусно, и вот от всей души. Ребятам огромное спасибо, они сделали все, вот вообще, вот просто, вот, я вот очень благодарен. Очень большое спасибо вам, ребята, спасибо большое вам, ребята, вы просто сделали все, просто вот вообще. Я очень вам благодарен, вы супер круто сделали. На все дальнейшие праздники я вас приглашу везде. Огромное спасибо. Ждем новых предложений. А я хочу добавить то, что мальчики очень все хорошо сделали. Обслуживание было замечательное. Мне очень понравилось, когда мне очень это редко получается, когда мне мальчики нравятся, когда ухаживают за столом, за таким большим столом. Я бы не сказала, что это маленький стол. Это все равно 20 человек. Очень все дружно, как будто бы они влились в нашу семью. Я очень рада, что они сделали это, согласились на это. Я очень рада за них, за их успех, то, чтобы у них было все в дальнейшем хорошо, продвигались они в том же духе, заказы были еще лучше и еще больше. Спасибо вам огромное, мальчики. Спасибо, ребята, вам от всей души, от Прага. Вот я не ожидал такого. Ура! Ура!